преддвериях новогодних праздников отдел МВД по Славянскому району переходит на усиленный вариант несения службы. На всех мероприятиях, проводимых на территории города и района, сотрудники полиции будут осуществлять охрану общественного порядка. Кинологами будут проверены места массового скопления граждан. Отдел МВД по Славянскому району поздравляет всех жителей Славянска на Кубани, Славянского района и гостей с наступающим Новым годом. Желаем вам счастья, здоровья и успехов. Уважаемые жители и гости города Славянска на Кубани, Славянского района, в преддверии новогоднего праздника каждый из нас подводит итоги прошедшего года, делает какую-то черту, вспоминает те добрые дела, которые проводили в течение всего года. Значит, я очень рад, что этот год для казачества стал очень плодотворным и насыщенным. У нас появилась районная организация молодежи казачья. Значит, в Славянское районное казачье общество переросло двумя обществами, одним станичным и одним хуторским. И, конечно же, численность казаков постоянно растет. Очень рад, что в этом направлении у нас растет численность и детей. Хочу каждого из вас поздравить, чтобы пусть этот Новый год останется в вашей памяти только в добрых воспоминаниях. Мира, добра вашим семьям, родным, близким. Ну и, конечно же, каждый из нас мечтает, чтобы следующий год он был более интересным, более радостным. Хочу пожелать, чтобы в следующем году у вас были только положительные эмоции, положительные дела, здоровья всем, счастья, мирного неба над головой и удачи. С наступающим Новым годом! В канун Нового года, конечно, хочется поздравить всех жителей нашего города и всех россиян с наступающим годом. Хочется пожелать им, конечно, прежде всего здоровья, потому что мы медики, мы на страже этого здоровья, вот, хорошего настроения, вот, благополучия в новом году, чтобы задуманные мечты сбывались. И, конечно же, учитывая, что будут очень длительные праздники, хотелось бы, чтобы каждый сам позаботился о своем здоровье.